А мы продолжаем наш эффектный эфир, дорогие телезрители. Я с ума схожу, когда я вижу такие шторы. Я вообще балдею от таких штор. И люблю менять интерьер. Ты знаешь, вот чаще всего бывает такое, что, ну вот, одни шторы висят, мы их постирали, опять повесили, постирали, опять повесили, одни и те же. Потому что чаще всего, когда мы покупаем шторы, мы руководствуемся чем? Не душой, а, к сожалению, ценой. Ну, так зачастую бывает. Да, тут, посмотри, это совокупность и красоты. Это целый комплект. Это важно, потому что для того, чтобы дизайнерские шторы, а здесь даже два вида ткани использованы, да, ткань компаньон на ламбрикене, сжатое полотно, очень красиво на уголок сделанный, необыкновенный совершенно такой дизайн у наших штор. Комплектом покупать гораздо выгоднее, потому что один на один только ламбрикен, сколько уйдет полотен, тебе же не будут вырезать в магазине. Да, подожди. Вот. Поэтому, конечно, выгодно брать готовое уже пошитое решение. Юль, такое, то есть ты хочешь сказать, мы еще и тюль берем? Еще и тюль, то есть это целый комплект. Комплект. Это две портьеры, это ламбрикен и это тюль. Вы можете что сделать? Купить обычные магниты шторные и быть дизайнерами со шторами Allegro. Мы с вами сейчас поэкспериментируем с моим предложением. Вот посмотри, Оля, наши телезрители могут быть дизайнерами со шторами Allegro. Позвольте себе вот эту роскость. Пусть ваше окошко будет необыкновенным, потому что здесь потрясающая ткань, конечно, которая делает вид этому комплекту. Здесь жаккардовый плетение, считающееся одной из самых дорогих тканей, потому что оно и с изнаночной стороны, посмотрите, и с лицевой выглядит одинаково красиво. Вот такое золотое тиснение у нас с этой стороны, и посмотрите, как интересно, видоизменяются, но при этом не меняют шика шторы, поэтому с уличной стороны они необыкновенно красиво будут выглядеть, вы будете идти любоваться на свое окошко. Мне очень нравится вот эта окантовка у листьев, слушай, мне кажется, это дубовые листики, да? Дубовые листочки в золотом исполнении, но у нас шторы все-таки в двух цветах, и мы с вами сейчас видим цвет песочный, когда будете заказывать Allegro в золотом исполнении, называйте цвет песочный. Идем с вами вверх на ламбрикен, он необыкновенный. Вы слышали, не только портьеры, но и ламбрикен, и тюль идет в комплекте. То есть ничего дополнительно покупать не нужно. Звоните сейчас, экономьте. Звонки бесплатные, оплата при получении. Юль, теперь про ламбрикен, как будем крепить? Ты знаешь, крепление универсальное, и вам не придется подстраивать шторы под размер вашего окна, потому что есть шторная лента, или под ваш карниз. Подстраиваются абсолютно под любое крепление. Это здорово. Это значит, даже если вы захотите их подарить, а точно захотите, потому что к осени это очень красиво, не ошибетесь. Ну и так, дорогие наши, звоните, заказывайте. Знаешь, вот все-таки я считаю так. Так иногда накладно делать периодический ремонт. А так хочется что-нибудь изменить в интерьере. Вот шторы поменяли, все, дорогие телезрители. Такое ощущение, что и заново ремонт сделали, правда? Вот он, да, правильно, Олечка. Конечно, изменить вид окна, сразу изменится весь интерьер. Без ремонта, без масштабных преобразований. С комплектом штор Allegro вы сможете изменить свой интерьер. Достаточно поменять наряд для окна и приобрести яркий плед. Все, ваш интерьер новый, вы вдохнули в него дыхание. А вот, перед вами я открываю занавес и предстает новый цвет. У нас два цвета на выбор. Цвет терракотовый. А как вы думали, на телеканале Shop & Shop мы все продумаем для мелочей. Все-таки, может быть, вам золото не нравится, тогда есть терракотовый цвет. Какой вам цвет нравится больше всего? Юль, кстати, ты как эксперт, какой цвет посоветуешь? Может быть, у тебя есть какой-то предпочтение? Знаешь, предпочтение в чем? Здесь только выбирает цвет, собственно, наш покупатель. Потому что я выбрала цвет в осенней гамме, в классической. Золото и терракот. Классические тона, которые впишутся в любой интерьер. И такие шторы украсят и комнату в классическом стиле, и комнату, украшенную как-то необыкновенно. А вот сейчас ты показываешь, как они крепятся, да? Да, совершенно верно. На шторную ленту. Это очень удобно. Крепление может быть абсолютно любым. Вам будет удобно со шторами Allegro. Итак, дорогие телезрители, какой цвет вам сейчас нравится больше всего? Лучше берите сразу два комплекта для себя и в подарок.